Здравствуйте. Мне сказали, к вам можно подойти. По поводу работы я бы хотел узнать, где можно устроиться, чтобы работать гаишником. Я у себя... Да. Ну, интерес, просто в Грузии работал, но там был маленький инцидент небольшой. Меня там, ну, словили на взятки, и после общаться миссия была, так вот сюда приехал, работать хочется, тоже надо что-то, понимаете? Ну, это же у всех бывает. Ну, а работа всем нужна. Уже вот месяц без работы палкой не махал. А, в армии служили? Ну, конечно, связан служил. Не, ну мне сказали просто, чего я сюда приехал? Мне сказали, что тут так, как мне говорят, за сало можно договориться, знаете. Нет, просто я вообще в этом профессионал, очень хорошо знаю. Я там очень хорошо на куриных могу определять. Сразу могу, все это... Угу. Все легко получается, если что, могу что-то подкинуть. Несложно вообще. Конечно, ну, а как ты, надо же зарабатывать. Так не скажете, куда можно подать? А вы где учились? А где вы учились? Где мы учились? Так. Где учат сотрудников? Так а где это? Чего? А где вы учились? Вы что, без образования? Вы просто так одели, маскарад что ли? Вы что, парочка сладкая? Куда вы уходите? Твикс! Твикс, эй, Твикс! Что это такое? Две палочки с шоколадом. Ти-д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 и